Любовь и трудолюбие – вот главный ключ к успеху в любом деле. По таким девизам живет и работает заслуженный деятель республики, мангыставский хореограф Серик Сариев. Талантливый парень начал танцевать еще в детстве в родном ауле, а сегодня он является руководителем собственной школы танцев, которой занимается более 400 детей и подростков. Татьяна Ковалева встретилась с Сериком Сариевым и его труппой. Номера, которые ставит Серик Сариев, значительно отличаются от привычных казахских танцев. Как отмечает сам мастер движений, на его видение прекрасного большой отпечаток наложило влияние родного края, местность, в которой он родился, и культура, в которой воспитывался. В каждом па чувствуется особый характер мангистауского региона. Больше темперамента, больше героического вот этого духа, где девушки вравне с мужчинами может и танцевать, естественно, и говорить свое слово. В других областях, допустим, больше девушки, они романтичные, лиричного характера. У них больше не то что уважение, а как к мужчинам другое отношение. Если нет роста, близок конец. Такой фразы начинается каждое занятие. Ученики, которые годами ходят к своему любимому тренеру, знают, чтобы найти общий язык со своим гуру, нужно навсегда забыть, что такое усталость. Требовательность и строгость преподавателя испугать может только лентяев и бездарей. Поэтому в школе Серика Сариева остаются самые лучшие. Движения все танцы, именно он сам сочиняет. Он сам сочиняет, он у нас очень такой человек, который ищет. И везде всегда ищет. Это книги, это любые концерты. Это может быть не только связано с танцем, это может быть просто даже новости, которые его могут вдохновить. То есть такой очень талантливый человек, который черпает вдохновение отовсюду. И таким образом получаются такие замечательные танцы, которые я уже вот на протяжении 15 лет с удовольствием танцую. Его коллектив «Жаргани» однократно становился обладателем гран-при на международных конкурсах в 15 странах мира и выступал с такими известными казахстанскими артистами, как Роза Рымбаева, Тамара Асар и другими. Главная мечта виртуозного хореографа – прославить казахскую культуру и, в частности, казахский танец на мировом уровне. Поэтому при подготовке к танцевальному номеру от глаз заслуженного деятеля искусств не уходит ни одна деталь. Свое видение он добавляет и в костюмы. Восточные. Головной убор, придуманный эскиз, естественно, мною. Это вот как-то вот, она как паранджа, вот так вот, восток. С первых дней Нового года Серик и его команда оттачивают новые па. Эксклюзивным шоу хореограф собирается покорить искушенного зрителя Алматы, а потом отправиться и дальше. В год лошади коллективу под символическим названием «Жорга» обязательно улыбнется удача, считает Серик Сариев. И об их успехах еще не раз услышат. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Актау.